А сегодня мы будем играть в Hustle Castle. Патре! Ботаник! Патре! Где Хасл? Падла! Короче, развиваюсь как батя. Уже построена куча комнат. Нон-стоп идет улучшение. Постоянно исследую какие-то новые заклинания. Короче, развиваюсь. Войска уже тоже прокачаны, просто невероятно. Смотрите на эти шмотки. Никаких комоновских шмоток, только рарки, только необычные шмотки у каждого юнита. Короче, это просто мега-супер крутые юниты. Разбиваю постоянно орков, нежить, разбиваю просто других игроков, наказываю их. Участвую нон-стоп постоянно в арене. Короче, я уже практически думал, что это конец игры, я уже максимум всего достиг. И тут я случайно совсем зашел в группу эксперта Hustle Castle. И я чуть не охуел. Листаю, значит, такой новости их, стеночку листаю, листаю. И здесь натыкаюсь на мощь 350к. Меня что-то смутило. Думаю, наверное, что-то ошиблись. Наверное, 35к. Листаю я дальше такой, листаю. И ебать, 1 700 000, 1 900 000. Я охуел, блядь, что это, блядь? А у меня-то 47 всего ка, это что такое? Короче, как хорошо, что я в этот момент сидел. Развиваться мне еще и развиваться. Дальше я увидел, что шмотки бывают аж легендарные, то есть мои эти необычные шмотки можно нахер выбросить. Короче, вот такое разочарование меня постигло сегодня в жизни. Пошел я задротить. Всем пока. Короче, если кто знает, как быстро развиться в Hustle Castle, пишите мне в ВК или хотя бы в комментах, рассказывайте свои тактики. Мне будет очень любопытно почитать, как быстрее достичь максимума. Теперь точно все.